Представители Московского дома национальности подписали соглашение о сотрудничестве с Дагестанским домом дружбы. Этот документ – залог более плодотворного сотрудничества в дальнейшем. Два культурных центра ведут совместную работу уже давно. Представители обеих сторон уже говорят и о реализации совместных проектов. В церемонии подписания участвовали исполняющие обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте России Изумруд Мугудинова, директор Московского дома национальности Николай Комаров, директор Дома дружбы Текрар Ахмедов, председатель комитета Госдумы России по делам национальностей Гаджиметов Ралиев и другие. Соглашение нам дает большие возможности проводить совместные проекты в роли инициаторов национальных проектов. Мы будем проводить культурные проекты, мы будем проводить форумы. Это уже на официальном уровне будем проводить. Значит, дают соглашение то, что мы можем проводить совместный арт-проект. Буквально скоро, уже 18 числа, наша республика проводит в Доме национальности большой арт-проект. Значит, открытие будет большой выставки.